Всем большой-большой привет, спасибо, что зашли на мой канал, я очень рада вас видеть. Сегодня видео для самых младших зрителей или же для занятий вместе с детьми, как я люблю говорить. То есть, если вас попросили посидеть с младшим братом или сестрой, и вы хотите занять их чем-то более интересным, чем просмотром мультиков, то вам могут пригодиться мои видео. Итак, я здесь отважилась на такой эксперимент, соединю два набора между собой. В общем, объясню. Вот в этой белой баночке у меня так называемый тающий пластилин. Штука вообще-то веселая, но, не знаю, на меня наводит тоску, потому что этот пластилин действительно тает. То есть, если из него слепить вот этого самого единорога, да, он продавался в наборе вместе с глазками, гривой и рогом. Если его слепить, будет он выглядеть красиво, но недолго. Он постепенно растает и останется лужица, да, то есть этот пластилин, он как бы имитирует снег. Мне это кажется как-то очень печальной судьбой, поэтому я решила этот тающий пластилин заменить так называемым флаффи слаймом. Если переводить, то это что-то вроде пушистой слизи или воздушной слизи. У меня недавно появился большой набор этого слайма, в нем 36 вот таких вот пакетиков с разными цветами радуги, и в ближайшее время я планирую снять несколько видео с этим материалом. Кстати, буду рада вашим советам, как его использовать. Вот сегодня смешала... Почему именно я смешиваю три разных цвета? Потому что у меня просто нет достаточно пакетиков одного цвета, да, они все разные. И все друг от друга отличаются. И одного пакетика мне бы не хватило для единорога. Чем мне нравится этот материал? Тем, что он, во-первых, он послушный, а во-вторых, он очень приятный на ощупь. Я вообще люблю материалы с таким антистресс-эффектом. И, в общем, готова заниматься такими поделками целый день, потому что это вообще приятно влияет на моторику и расслабляет. Приятно влияет на нервы. Вот. Вот. И тем не менее, этот материал для меня новый, и я еще не знаю, будет ли эта поделка действительно держаться. Вот, ну не буду слишком долго отнимать ваше время, я буду наблюдать за этим единорогом, если он все-таки растает или развалится, я вам об этом сообщу в следующем видео. В принципе, вот прошло минут 20, он все еще стоит, но он, тем не менее, он все еще мягкий. Не знаю, что с ним дальше будет, застынет он, или так и останется, или может быть все-таки постепенно растает. В общем, если вам понравилась идея, ставьте большой палец вверх, оставляйте ваши комментарии, может у вас есть какие-то для меня советы, как использовать тающий пластилин, может быть для какого-нибудь пранка, и как использовать флаффи слайм. Буду вам благодарна, ставьте лайки и смотрите меня почаще. Пока!